Вижу силу. Нет, это у нас. А? Это у нас иначе. Это у нас не дают? Да, да. Не дают. Вообще ему у нас не дают. А у него булькнуло когда-нибудь? Ну, все здесь сделано как надо. Надо еще раз вот, наверное. Придется еще раз, конечно. Куда деваться-то? Зависимость? Когда... Ну? Во! Все появилось. Вот теперь все. Боже, милостью будь мне грешным, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, преснаблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего, истину Серафим, без исцеления Бога, Слово росшую, сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причастия Твоей Матери, силы счастливого животворящего Христа, святых ангелов наших хранителей. И всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ есть и человека любит. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вы смотрите, где только крестим, но не кланяемся, чтобы знали порядок какой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради, слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, как николи же благое сотвори их пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойны. Восхвали имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь вопеем Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигни меня, Господи, умой, просвети сердце, и сне мои отверзи. Твоя же петь и тебя, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деянию обнажаться. Но страхом зовем полунощи,
Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Осна, восна, благодарю Тебя, Се Святая Троица, кому герой Твоя благость и долготерпение, не прогневался на ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбцел и все обычные, нечаянно лежащий гвоздик у меня иси, воя же утреннюю Тебе славословите, державу Твою и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и преподим самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Руки твои сотворили меня и погромче. Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим, по слову твоему, к рабу твоему. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелении твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно в устах твоих, уставах твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении твоем, уповая на слово твое. Истоевает очи мои о слове твоем, я говорю, когда ты утешишь меня. Я стал, как мех в дыму, но уставах твоих не забыл. Сколько дней раба твоего, когда произведешь суд над гонителями моими. Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему. Все заповеди твои, истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст твоих. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определению твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повеления твои. Нечестиво подстерегает меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. Заповеди твоей ты садил меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда уста мои. Повеления твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое – светильник ноги моей и свет стези моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню.
Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судом Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгородь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевает очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим, по милости Твоей, и уставу Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои, более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открывая уста мои и вздыхая, ибо заповеди Твоих жажду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты еще потягаешься на молитве? Нет. Да что, это совсем уже с катушек съехал? Я не потягался на молитве. Нельзя этого делать. На молитве все устремление к Богу. Мы считаем 118-й псалом. Мы считаем всю псалтырь, но рекомендовано считать каждый день 118-й псалом. В нем 176 стихов. Если слово закон, уставы, повеление, это все Библия, то получается, что Библия, слово, в этом псалме 185 раз поминается. И его в руки не берут, этот закон. Это повеление просто считать этот псалом, несмотря на другие, которые ты считаешь. Здесь все говорится о любви к Богу, к слову, размышлению. Считают и считают, придумали считать по покойникам. У нас все везде построено на каком-то обмане, хитрости. Какие покойники? Псалтырь, сорокауст, 40 раз прочитать псалтырь. Магизм. Белый магизм. Это просто книжечка написана. Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря Московского патриархата. Белый магизм, птичий язык. И везде все, говорит, изменено. Мы считаем закон твой, для меня услыши серебра и всего законом твоим, уставами, сделал меня мудрее учителей моих. Сегодня даже слышать не могут. Тараторят-то, как Григорий Богослов говорит, как галки на заборе черные монахи сидят. Стрекочут, говорят, как сороки, а молитвы нету. На молитву стал весь сюда устремись, а там с Богом. Отвлекся куда, досчитай до конца, потом снова эту молитву прочитай. И оно какое-то, хоть небольшое движение будет к Богу. Выгнулся, гляжу, как на гимнастике. Нельзя этого делать. На молитве только согбенное состояние, как Златоуст говорит, перед Богом, очи опущенные долу.
Я попутно поясняю, потому что богослужение, оно должно быть разъяснено. Почему мы еще псалтырь считаем? И только на русском языке. На славянском его непонятно. Даже те, которые считают его. 40 раз для покойника. 150 псалмов, разбитые на 20 кафизм. Каждая кафизма на 3 славы, то есть 60 слав, запев славу Отцу и Сыну. И мы по одной славе считаем. Покойники, здесь ни одного слова нет про покойников. Только в отрицательном плане. Убей их, Господи, размещи, чтобы их духу не было. Я говорю своими словами. И вдруг о покойниках псалтырь. Это книга жизни. Самая читаемая книга во всем мире в течение 3000 лет. Не двух дней, 3000 лет. Это псалтырь. Евангелие в руки не берут, а псалтырь считают. Над покойником, над живым, в каждой акафист, помилуй меня Боже, самое ходовое, это помилуй меня Боже, 50-й псалом. Самое читаемое, ни Коран, ни вся Библия, ни другие произведения. 50-й псалом, а его даже не могут просчитать. Какая же наша тогда вера? Самое читаемое, она в утренних молитвах миллиарды людей считает, католики, православные. Там все написано, это покаянный канон. Его бы не было, если бы не было этого крушения. Два смертных греха Давид сделал. И он должен был умереть. Согласно закону. И он умер. Он страдал, мучился. И Бог ему это напомнил. Родной сын поднимется. Не хватало жен. Из-за жены к чужой полез. А вот теперь весь псалом восстал и всех жен отнял. И наверху крыши, чтобы все видели, что он вошел к ним. Что там было, неизвестно. Но явно дело, что примирение уже невозможно. Ну, как у львов, прайд. Новый лев победил этого, и все, которые щенки были, всех до одного он уничтожает. Так и у людей. И мы, считая это, должны сокрушаться. Господи, а как мы? Верим ли мы написанному здесь? Псалтырь – это псалмы. Книга песен. Книга песен. Душа должна ликовать, что нам Бог дал переводчиков удивительных, как Герасим Павский. Как Хвольсон Давид Аврамович, а они непонятный язык сделали родным и близким для нас, русский, великорусский. Синодальный перевод. Ни на какой другой никогда не соглашайтесь. Они и близко не приблизятся. Вульгарные какие-то люди и вульгарный перевод. Хотя у них знаний хватает, кажется, а их даже близко не хватает на самом деле. А после этого считаем утренние молитвы по одной молитве. Господу Иисусу Христу, ангелу-хранителю и Божьей Матери. А потом сами уже 100 поклонов, наши нужды. Считаем. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоей, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов и неизреченной милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не выйдет смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника слова Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится слово, что отторг меня Твоих рук и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, а чрево матери моей. Сподобай меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Богом Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Кто согласен, всегда говорите аминь. То есть истинно так. Такое правило. Ибо кто тебя не понимает, говорит Павел Коринфянам, как скажет аминь? А мы понимаем.
добрые люди перевели на русский язык молитва слов. Святой ангел, поставь на хранить мою бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить мне себе преобладание от смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я Бог и несчастье. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословят все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Мы перечисляем святых, чьи имена носим, а вы свои вставляете там. Молите Бога на святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Роман, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего Христа Господня, не оставай нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей, сродников, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, если угодно тебе, Господи, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, чтобы знали они, что над ними ты есть царь царствующих, Господь господствующих, и сотворить благое для церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И сохрани их от покушения на них, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава тебе, Господи, за эту ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там благослови Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосипа, Романа. И пошли добрых жителей, знающих уставы твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы наших общин. Всех побуди на благовестие.
Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада, Валентину, Алексея, Валерию, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили истину твою, спаси их и помилуй. Возри на замыслы врагов, на их поношение, Господи. Закрой уста лживые, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие и лжи. Воздай добром благодетелям нашим. Елену благослови. Евгения, Евгения, Наталья, Максима Владимира. Избави от пьянства, страшного недуга, погибающих. Павла, Михаила, Андрея, Игоря, Александра, Владимира. Простри десницу твою к болящим, укрепи их. Дай силу все перенести, благодарящий тебя, Сергея, Алексея, Алексея, Александра, Анна, Анна, Александра, Иоакима, Виктора, Фаину, Марию, Неонилу, Неонилу, Акелину, роженицу Ангелину и младенца ее Евтихи. Аллилуйя. Путешествующих в Раисе Люба и отступников Николая, Михаила, ты всех их знаешь, не дай им погибнуть в ожесточении сердца. Это наше сокровище, сайт и формы, что здесь есть, сохранить для многих людей и пользы их, и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гилдила, Ольга, Василия, Сергия. Найди все наше родство, обрати их. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И место сие защити, дабы чуждо не могли и приблизиться к нему. Сохрани нас, Господи, единстве по слову Твоему. Наполни уста наши восхвалением Тебя, дабы весь день был посвящен прославлению Твоего имени, Господи, и дел Твоих. Упокой, Господи, усопших рабов Твоих, родителей наших, сродников, благодетелей, всех православных христиан, новопредставленных Олимпиаду, Агапию и Иоанна. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, обрати Германа, Александра, гонителей и хулителей, наставь их на путь истины. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! И сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Хранитель, Ангел, сколько лет Ты защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому даруй жилье Сергею и Гавриилу. Святитель Христов Никола, мир великий, чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум,
Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агея, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарит Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики-мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Усин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертание зверя, Анфиму, Вениамину, даруй веру истинную, и устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлию, Елены, Людмилу, Галины и Анны. И прими нашу молитву, Господи, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини, Боже, молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. У нас тут утром запись идет. Закончили мы, озвучили Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. Сейчас у нас тут другое, материал готовим. Так что можете уходить. Все на этом, Сережа, можешь отключать. Всего хорошего, с Богом.